hujjatlaringizni nima uchun beryapsizlar? Sizlar hujjatlaringizni beryapsizlarda? Ваши документы уважаемые. Почему вы проводите сотрудников полиции? Отвлекайте их от работы. Я не отказываю. Ну, на какое основание? Можете сказать? На какое основание? А что будете делать мои документы? Я хочу проверить ваши документы. Экранларыңда көріп тұрген бұл тасвирлер Москва аэропортыда болмақта. Өзбекләрні хымайы қып юрген Жөребек әкеміз бұл гәл өзләріні хымайы қылмақталар. Ва албатта видео давамыда ахыр ақыбат нымы бөлгеніні көрішіңіз мүмкін. Естен чықмасын, каналға обына бөлінг ва лайк кинопкасына баңғылатып басып көйінг. На посмотри. Можно? Секундочку. Видео нельзя снимать. Можно ваше удостоверение посмотреть? Можно, только не на видео. 5-0, подойди. Сюда хучатлары знаберов, да? Hujjatlaringizni nima uchun beryapsizlar? Hujjatingizni bermanglar. На какое основание? Я не снимаю ваше удостоверение. Я вот другой стороны я снимаю. Просто меня интересно, почему именно вы мигранты остановили? Я всех останавливаю. Мен сізлерге Өзбекистонда фойдалы ва ишончлы пул өтказмалары иловасы Акапейні тағдым етамын. Бұ ерді біз Акапей төлау курсы ең фойдалы екенлігіні көріп тұрпыз. Өтказманы Асия Экспресс тізімі орқалы Өзбекистон бойлап нақ долларда, йоки мүлі валютада олышымыз мүмкін. Илованы тасыфтайгі хавалы орқалы юкіліп олын. Албатта, Насым Холлов промокоды білан ең арзон ва кулай курста сотып олын. Промокодны хар бір төлөө жарайонада олышыңыз мүмкін. Валбатта Өзбекистонда юбарылген пул өтказмаларыңды Өзбекистон бойлап 1,5 мыңта банк шахопчалардан беймалол олышыңыз мүмкін. Албатта сылқы орқалы Акапей иловасыны юкіліп олын. Описанияда ва комментарияда қолдыраман бұ фойдалы пул өтказма иловасыны яқынларыңы әм юбарып көйіңер. Я же вижу. Вы... Ну, теперь вы... Почему? На какое основание? На основании законной полиции. Предоставьте, пожалуйста... О чем говорит законная полиция? Я еще раз говорю, оставьте свои документы. Будьте любезны. Ну, я что-то нарушал? Нет, пока не нарушил. А если я что-то не нарушаю, почему вы хотите мои данные проверять? Я хочу проверить ваши документы. Будьте любезны. Ну, я что-то нарушил? Вы пока не нарушили. Я хочу посмотреть ваши документы. Я предоставила свои документы. Потому что я как гражданин, я имею право ваши удостоверения. Гражданин Российской Федерации, я тоже прошу ваши документы. А что будете делать мои документы? Я хочу проверить ваши документы. По базе. Просто проверять по базе? Да, по базе будет проверять. Планшет давай. Планшет дай. Ну, почему документы, вы хотите мои документы проверять? Я хочу проверить ваши документы. Насчет чего? На основании закона полиции. Закон полиции говорит, каждый кто-то свой право качает, их надо проверять? Это вы качаете права свои, а я прошу документы. Да, я свой право спрашиваю. Будьте любезны, вы отказываете закону полиции. Нет, я не помню. Не помню. Документы, будьте любезны. Ваши документы, уважаемые. Вы отказываете закону полиции. Я не сотрудников полиции, отвлекайте их от работы. Я не отказываю. Deport zapretlaringda tekshirtirmoqchi bo'lsalaring va albatta registratsiya xizmatlari kerak bo'lsa, Moskva va Podmoskva bo'ylab akavkalar ekrandagi nomerlarga telefon qilishlaring mumkin. Там дальше за стеклом. Ваши документы. Амонов Жорабек. Будьте любезны, ваши документы. Документы предъявите. Ну, можете сказать, оставаться на документы? Я не отказываю. Я не помню. Вы наши документы можете смотреть, мы ваши не можем. Ну, на какое основание? Можете сказать, на какое основание? Мы хотим знать. Кто вы такой? Я Амонов Джурабек Заталаевич. Вы можете документы проверить? Ваши. Нет, я прошу вас. Руками не трогайте, пожалуйста. Документы ваши. Руками не трогайте, пожалуйста. Вы отказываетесь? Да. Нет, вы я не отказываюсь. Вот съемка идет, я не отказываюсь. Нет, ни в коем случае я не отказываю. Ну, вы не имеете права мои данные проверять. Конечно. Вы имеете право наши данные проверять. Я не проверял ваши документы, я спросил. Вот мои данные. Миграционная служба. Вы миграционная служба, да? Миграционная карточка, говорю. Почему меня интересует, именно вы остановите мигранта? Это вы я подошли. Утром пришел, жду сколько человека. Сколько а? Я тут смотрю, и вы каждый мигрант проверяете. И что, вы лучше нас нашу можно работу можно ваше удостоверение посмотреть? Вы уже смотрели сегодня однократно. Я не помню просто. Ну, надо почему память вы вашу на лечить, наверное. А почему вы кричите на меня? Я на вас даже ни разу еще не кричал.
Это для судьбы будем. Я буду судиться с вами. Я вас сразу предупреждаю. Я буду также в гражданском суде подавать на вас. Я это материал собираю. Что вы выкладываете видеоролики в интернет, я буду на вас обжаловать. Мы будем с вами судиться. Конечно, вопросов нет, это ваше право. Еще раз говорю, это ваше право. Да, мой право. Только на основании чего вы будете судиться? Вы просто на какой основании проверяете мои данные? Закон о полиции почитайте. Закон о полиции говорит каждому мигранту, чтобы остановить попросить. Закон о полиции читайте. 13, я знаю, я что-то нарушил? Ну, где ваша ориентировка? У меня в голове, вот здесь у меня. А, на меня похож, да? Да, похоже. Покажите. Я хотя бы фоторобот. Расследуем дежурную часть, я вам все покажу. Служебного пользования ориентировки. А не для вас. Не для вас лично. Ну, у вас же на руках должен же фоторобот? Не должен. Как не должен? У нас записано в служебных книгах. Нет, не это может же быть. Служебного пользования. Может быть. Это не для вас, это для служебного пользования. Что, я на розыск есть? Это я не для вашего, а для себя, для меня. Телефон начал. Смотрите мои года. Я не смотрю. Мои года. Я вас снимаю. Вы снимаете, вы на вас нацелены на планшет. Вы нарушаете. Если нарушаю? Да, нарушаете. Скажите, мой нарушитель. Да, видеосъемка не нужна. А как я как буду? Служебная информация. Я ваша служебная информация, служебное удостоверение не снимаю. Вы снимаете пароли. Я не снимаю, не снимаю я ваши пароли. Ну вот аккуратнее с своим объективом водите, чтобы туда не попасть. Mm-hmm.